Привет. Извини, что так долго. Принес тебе еды. Я не голоден. Доработка. Я не хочу это есть. Ты даже не попробовал еще. Продавщица сказала, что это вкусно. Пусть сама и ест тогда. Я не хочу эту жижу. Дай чего-нибудь обычного. Пап, ты же знаешь, твое тело не может перерабатывать обычную еду. Мое тело? Ты про эту жестянку? Ну ладно, только попробуй ради меня. Да это назло мне? Мстишь за то, что произошло между нами? Нет, я хочу, чтобы ты жил. А это, по-твоему, жизнь? Посмотри на меня! Посмотри, что ты сделал! Я не хотел, чтобы ты стал таким. А чего, черт возьми, ты ожидал? Вот что бывает, когда проводишь нелегальные операции. Мне пришлось. По-другому было бы слишком дорого. Не делал бы тогда вообще, и проблем бы не было. И где ты вообще нашел эту клинику? Макс сказал, его брата тоже переделали. Ты играешь в Бога, решаешь, кому жить. Не надо было слушать этого ублюдка. Я знал, что с ним будут проблемы. Он мой друг, он хотел только помочь. Друг. А он сказал тебе, что бывает за нелегальные переделывания? Я понимал риски, я просто думал... Ты не думал. Не обо мне. Ты эгоист. Хочешь поговорить об эгоизме? Ты знал, что умираешь, но не сказал ни слова об этом. А как же твоя семья? А я? Ты все равно бы ничего не заметил. Тебя не было 6 лет. И мне жаль. Ты ждешь прощения? Я прав? Нет. Чего же ты хочешь, Дилан? Просто снова быть семьей. Да ты шутишь. Мы никогда ею не были. И никогда не будем. О какой новой жизни идет речь? Я же тостер. Это не навсегда. Нужно только продержаться до апгрейда. Ради меня и того, что ты сделал. Ты же не сдашься так просто. У нас был шанс. Я совершил свои ошибки. Я жил с ними. И умер с ними. Умер. Ты должен жить дальше, пожалуйста. Я прошу тебя, вытащи батарею и выключи меня. Я бы сделал это и сам, но система не позволит. Ты не хочешь просто попробовать жить? Я пробовал. Надежды, мечты, взлеты и падения. Я переживал все это. Ты сможешь пережить снова. Я вернул тебя не для того, чтобы ты просто ушел. Не вызывай у меня жалость к самому себе. Не буду, извини. Просто достань батарею. Не могу. Да ты подумай, я ничего не почувствую. Дай мне уйти с достоинством. Не заставляй меня. Да черт подери, выдергивай! Но я ведь только вернул тебя. Ты не понимаешь, что ли? Ты не вернул меня. Я же мертв. Это всего лишь провода и процессоры. Даже мой голос — это всего лишь цифровой речевой модуль. Все это лишь иллюзия. Я обещаю, что все наладится. Не хочу снова покидать тебя. Ничего. Ты всегда будешь частью меня. Здесь. И здесь. Ты должен отпустить меня. Переведено и озвучено Диафильм Студио при поддержке Naked Science. Перевод Юрий Аркалов. Роли озвучили Роман Андронов и Михаил Диполом.